Вечер, дорогие друзья, уважаемые телезрители, или как говорят, нет, дорогие друзья, добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер. Рада всех приветствовать на нашем с вами канале, на канале Пидубна Лайф, все о жизни в Венеции. Так, этот цвет вазы отставим пока в сторону, потому что оно не смотрится. Да, и вот перед вами стоит венецианское стекло, известное на весь мир. Ветро ди Мурано. Ветро – это стекло, а Мурано – это остров, на котором в Венеции изготовляют испокон веков муранское стекло. Хочу вам сказать, что все-таки венецианцев научили изготовлять стекло по одной версии турки, по другой версии Сирия, сирийцы, не знаю, потому что кого здесь только не было. Писать можно и много, фантазировать можно много, но что имеем, то имеем. Кстати, я очень рада, вы слышите, какое у меня настроение, потому что я приобрела вот такую красоту. Ой, просто не могу натешиться. Это всем нам известная моя подруга Элина, которая замужем за итальянцем, венецианцем, Бруночкой. И они решили сделать такую у себя распродажу. Оно у них все стоит в гараже, потому что у них очень много этого добра. Это семейное добро такое насобиралось. Вот. И вот Элине больше нравится транспаренты. Это бесцветное стекло. Вот она любит видеть, что она пьет. А мне это я взяла просто показать, а эти цветные я забираю. Они мне их продают. Бруночка дал разрешение. Можете зайти посмотреть, я напишу, как называется эта марка. Это Насон Морецци, 1923 год. Прочитайте, если кому интересно. И цена такого бокала, вот только что я в интернете посмотрела. Цена такого бокала в магазине Мурано, вот в Венеции, 109 евро. 109 евро. Они не хрупкие, они более такие, как вам сказать, не бьются так, чтобы так в руки взяли. Я так осторожно их мыла, более... Боже, не знаю слова. Боже, дожилась. Вся на эмоциях. И вот потеряла слово. Мысль ушла и очень далеко, да? Так у меня одна знакомая говорила. Да, вот эти вот на просека тонкие. На красное вино нету. Я хотела на красное вино такие круглые, знаете. И они более устойчивые. Я с круглых люблю пить и белое вино. У меня те французские. То они, вы знаете, какие я люблю, кто смотрит мои видео, то вы знаете. А вот это на воду. Ну, хочу сказать, что это не первая линия, это вторая линия. Немножечко, типа, с дефектом, то мне получается не 100 евро один, а 100 евро 6. 6, вы представляете? Я их забираю. Думала, только эти возьму. Потом думаю, нет, еще этим возьму. Пусть уже будут так в комплекте. Тут мне звонит Юля Цветы, моя Юля. Если ты не берешь, то я заберу. Тут мне Анжела звонит, моя подписчица с Киева. А я знаю, что она любит такие вещи. А я выставила уже в Инстаграме, кстати. Она говорит, Жаночка, что ты берешь, не берешь, я забираю. Я говорю, так, девочки, стоп, подождите. Зашла в интернет, начиталась в этой фабрике. Немножко историю расспросила у Маура, у людей, которые там живут, на Мурано. Вы же знаете, что когда-то из Мурано невозможно было выехать без разрешения доджей, ну, правителей Венецианской республики, потому что это все как бы целая семья занимается этим, и если ты не хочешь заниматься стеклом, ты должен брать специальные разрешения и уезжать вообще с Венеции, республики. Да, это была Венецианская республика. Вот такие. Мне просто кажется, что мне в квартиру оно идет. Тут, конечно, вечер уже. Мама пока... Мама пошла спать. Она очень рано ложится и встает первый раз в туалете, когда Жанна еще бла-бла-бла. Да, вот подставляла все. Наставила лампу, потому что у меня мало света. Хочу вам показать, что это позолота. Напиление. Вот,
Я не знаю, фабрика 1923 года, да, основана, открыта. А вот эти бокалы, эти каличи, не знаю, с какого года. Не знаю, кстати, надо Бруночке спросить. Он говорил, что лет 30 они уже у него. А с какого года, когда производство? Не каждый имеет право торговать этой маркой. Мауро, например, не торгует. Надо брать специальное разрешение, и надо, чтобы в магазине были все такие вещи. Мауро больше такие продажные, такие, что каждый может зайти и приобрести себе что-то из муранского стекла. А это уже считается люкс такая марка, и надо иметь специальное разрешение. Вот Мауро к себе их взять не имеет права, взять и продать, понимаете? Ну и плюс это же все с документами, по документам все. Вот я вам похвасталась, видео будет только с этими бокалами, не знаю, маленькая. Вы знаете, я вам записываю видео, и я записываю как бы часто, почти каждый день, так, ну, по мере возможности, конечно. Но почему-то YouTube грузит 2 дня одно видео, а может за 5 минут заскочить видео. Я не знаю этих правил YouTube. То хотелось бы, чтобы вы увидели, чтобы вы сразу же со мной поделились этой радостью, как бы я поделилась с вами этой радостью. Вот, но не знаю, когда вы это увидите. Красивые вот эти голубые, да? Смотрите, какие цвета. Я специально вот так вот ставила, чтобы видно было вот эту ножку, да? И тут такое сочетание. Красиво. Тут на то, а тут на водичку, а тут на просекко. Вот этот мне очень нравится. А мне когда-то подделка была круглая на красное вино в Украине. Мои девочки приходили, каждая знала, какого цвета бокал у нее. Кстати, у меня был синий и с красной ножкой. Ирины был голубой, да. И потом мы, конечно, их растращили. Я всегда покупаю не 6, всегда покупаю больше, потому что я знаю, что я побью. Но тут такое качество, что должны быть они такие крепенькие. Хотя боюсь даже в руки брать. Мыло очень осторожно. Красиво. Ну, согласитесь. Но есть люди, которые любят видеть, что они пьют. Какого цвета вино. Это тоже правильно. Это тоже правильно. Но так как у меня в доме вот уже такие есть, эти французские с позолотой, да? И так как у меня дома эклептика. Эклептика это вот такое разное соединение стилей, сочетание соединения стилей, то у меня вот так подходят цветные. Цветы тоже здесь не лежат. Это я уже как фон думаю, потому что уже, может быть, уже это паравента вам это надоело. Все, девочки мои, поделилась, похвасталась. И спокойной ночи, папусики. Всем спасибо. Я благодарна, что вы со мной. Спасибочки, папусики. Ci vediamo presto.